Здравствуйте, меня зовут Илья Александрович Немцов, я коллекционер, собираю камни, и в частности я их не только собираю, не только там покупаю, я очень люблю добывать их сам. Сегодня у нас выставка посвящена кварцу во всех его проявлениях, и часть этой коллекции, как представлена здесь, добыта нами. Ну, давайте посмотрим. Показываем мы кварц во всех его видах. Здесь и аметист, да, видно здесь вот по центру стоит щетка аметиста с Чукотки. Это очень далекий край, такие камни трудно добыть самостоятельно, поэтому это в основном все по обмену, тем более добыто в старые годы. Также из Дальнего Востока это сочетание вот розовый кварц с гранатом. На переднем плане кварц с кальцитом. Это Дальнегорск. Сейчас работают рудники, которые активно добывают. И попутно руду полезную, попутно добывается очень много красивых камней. Ну и также на этой полке представлены камни какие-то более старые, добытые самостоятельно. И в прошлые годы, и в современные годы. Например, вот на переднем плане кварц с алибитом. Это район Нижнего Тагила. Работали мы в позапрошлом году. А с другой стороны полки камень с нашего знаменитейшего в мире месторождения – это ватиха. Ватиха не нуждается в комментариях для тех, кто немножко в камнях разбирается. Такой вот образчик. Этот камень с отвалов, не из глубины, но там до сих пор можно такие камни найти. На следующей полке тоже сборная солянка, есть и аметисты, и все остальное. Аметисты Алдан, Якутия, знаменитое месторождение горы Абман. Специально поставил несколько образчиков, они не крупные, они вместе хорошо очень смотрятся. Сзади них стоит камень, который я сам добыл. Аметист, что интересно, голова аметистовая, средняя часть бесцветная, а задняя часть дымчатый кварц. Это район Адуя, недалеко от Екатеринбурга, так называемая Черемуховая. И тут здесь еще несколько аметистов есть. Аметист Скидона, Магаданская область. И на переднем плане вот два аметиста более бледных. Один из Мексики. Да, это вот я приобрел на немецкой ярмарке в городе Мюнхене. А рядом аметист с деревни Полдневой, аметистовая копия Денисова Уральского. Копии давно забыты, их я долго очень искал, несколько лет нашел. И вот с отвала такой камушек поднял, очень приличный кристалл аметиста. Светлый, но тем не менее это местный очень красивый материал. Рядом есть 23-на от сельховского месторождения. Вот такой лимонно-желтый. И рядом уральный, который на месторождении встречается довольно часто. Камень, который в основном поступает сегодня коллекционерам, это вот как раз лимонный вариант. И лимонный этот камень облагороженный. Облагороженный он какими-то ионизирующими излучениями. Изначально такой камень поступает почти без цвета. Если посмотреть на нижнюю полку, здесь также очень интересно. Крупная друза дымчатого кварца с Астафьевского месторождения. Астафьевское – это другое название – Южный рудник. Там работали на пьезокварц, пока не научились делать пьезокварц искусственно. Такие камни там можно найти в отвалах до сих пор, которые не являлись пьезокварцем, соответственно, не пошли в промышленность. Рядом большая друза кварца, аметист или аметистовидный кварц, как можно правильно назвать. Это также Дальнегорск, Дальний Восток. Это тоже по обмену. А вот самый правый камень на этой полке – кварц, такие ежик, кварцевый ежик. И также на нем гематитовая роза. Это карьер Урбаховский, район Краснотуринска, это север Свердловской области. Здесь очень интересная такая тема, что карьер, стенка карьера вертикальная, и подойти к
к этой жиле добыть эти камни можно только зимой по толстому льду, потому что летом с лодки это нереально сделать. Карьер затоплен. Мы работаем там февраль-март, потому что в январе даже еще лед не очень прочный. Такая вот интересная подробность. Если, допустим, мы перейдем к верхней части, здесь... Значит, это огранка, разные аметисты, дымчатый кварц, цитрин. Вот на подставочке крутится, да, и, соответственно, также рядом замечательная огранка в виде яйца. И также разные образцы, это галтованные кварцы. Если посмотреть, то вот по центру стоит большая галька, это обработанная, это волосатик, то есть кварц с включением рутила. Романтично называют волосы Венеры и стрелы Амура по-другому. Красиво в изделиях очень смотрится. А на заднем плане за волосатиком стоит большой кристалл искусственного кварца или выращенного кварца. То есть после того, как научились делать кварц искусственно, месторождения из-за кварца перестали работать в больших масштабах, там, затопили, в частности, Астафьевское месторождение. И вот такие кварцы выращивают, их уже там пилят на пластины и применяют там, в роли технической промышленности и так далее. Стихи тоже ваши? Стихи С. Немцова, Светлана Немцова, моя супруга. Да, это вот. Здесь на этой полке тоже сборный сряд, как, собственно говоря, и на всех. Опять же, Ольховский цитрин. Вот на переднем плане очень рекомендую посмотреть двойной перитовый фантом в горном хрустале. Достаточно редкая вещь. Попадается, можно встретить на Астафьевском месторождении, но это очень редко, тем более такого большого размера. Астафьевское – это Южный Урал, куда легко приехать, и можно поковыряться в отвалах в свое удовольствие, почти круглогодично, кроме там самой зимы. Крупный кристалл аметиста – это Сарапулка, это опять же недалеко от Екатеринбурга, знаменитое Сарапульское месторождение. Когда делали дорогу к Белоярскому водохранилищу, вскрыли жилы с аметистом и, соответственно, эти камни начали активно добывать. На сегодня месторождение отработано метров до 8-12, но камень там не кончился. Наверное, ждет, когда кто-то возьмет лицензию и, может быть, добудет остальное. А там нельзя попало? Это Сарапулка грузинская и подберезовская. В сторону Белоярска. Дальше у нас очень в углу стоит, он не очень, может быть, зрительный, но это редкость очень большая, сочетание месторождения Караоба, Казахстан, оно отработано. Он надало много очень хорошего материала, но сегодня его сейчас не найти. Кварц с вольфрамитом, вольфрамовое, соответственно, месторождение. Очень красивый кварц с папершпатом. Папершпат – это разновидность кальцита. Ежик такой, или новогодняя елка с Дальнегорска. То есть, люблю давать всякие оригинальные названия. Вот, например, на переднем плане лежит тоже кристалл. Это тоже кристалл кварца. Но выглядит как крокодил, но натурально. А, да, хвост, голова, там, лапы, все. Ну и также, опять же, кварцы, опять же, аметисты мои любимые с разных мест. Аметист район Североуральска, это я сам добывал, это не так давно было, в 2017 году. Там, опять же, придорожный карьер, ну и так далее. Очень много карьеров, которые работали на дорогах придорожные, там какие-то еще, и там скрываясь небольшие жилки. Очень интересно, вот там стоит на подставочке 5 образцов горных хрусталь с шиловки. Они интересны нестандартной формой кристаллов, в первую очередь. То есть они уплощенные, плоские, гнутые там, и так далее, и тому подобное.
надо брать в руки, рассматривать, ну или пока так. И самые, наверное, такие самые образцы на нижней полке у нас. Это четыре, очень специально подобрал по цвету. Крупный кристалл дымчатого кварца со светлинского пигматитового карьера. Мы добыли его в этом году, в мае 2021 года. Он весит 6 килограмм, он прозрачный. Здесь немножко не хватает света, чтобы его пробить, хотя сзади лампочка поставлена. Ну, такой вот очень замечательный камень у нас в коллекции. Рядом стоит противоположность, практически прямая, кварц такой молочный. Это Шиловский карьер, район Нижнего Тагила. Там золотое месторождение, есть кварцевые жилы с вот такими прекрасными камнями. Вот, третий камень на этой полке, опять же, район Нижнего Тагила, это Празим, Горбуновское месторождение. Знаменитейшее, да, там шикарные очень образцы. Ну и четвертый камень здесь для поддержания цветовой гаммы. Он не совсем уже, он не наш, это Бразилия, но у нас камни такие тоже водятся, ну, будем копать. Вообще праздник такой большой образец, редко, да? Кварц, конечно. Здесь рядом даже вот среди этой группы людей есть товарищ, который его создал. Здесь опять же разноцветная палитра. Камни, я уже говорил, месторождение аметиста, забытое, это копия деревни Полдневой. Там есть еще прекрасный дымарей. Вот, да, вот этот дымарь, вот такой вот он, геологи бросили, там они ничего не... Им нужен был пьезокварц, пьезокварц там не нашли, и в отвалах вот такой материал можно найти. Это когда советские геологи его разведывали в 40-х годах. Фантастический образец горного хрусталя, вот там на заднем плане, это с Урал-дачи, это Челябинская область, очень хорошая сохранность, он еще и там с кристаллами доломита, с включениями. И несколько акцентов цветных пятен на переднем плане, это земли, вот такой, условно говоря, земляничный кварц. Вот это Чимкент, Казахстан. Жилка была очень маленькая, ее отработали очень быстро в 90-е годы, и больше с тех пор так ничего не нашли. Он такого красноватого цвета, если приглядеться, вот, в принципе, видно там тоненькие иголочки красного гематита, даже невооруженным глазом видны. И у нас еще здесь есть вот, по центру два камня. Кварц волсатик с турмалином, это тоже моя собственная добыча, мы работали позапрошлой зимой, так, точка называется Золотая горка, это окрестности Екатеринбурга, точнее спутника города Березовского. Это кристаллы хрусталя и набитые зелеными кристаллами турмалина. Золотая горка называется за счет того, что третий минерал, который там есть, это гетит золотистый, очень редкий, обычно гетит черный, бывает золотистый. Там. На одной из полок тоже есть образцы. Как наши мастера там сделали ряд изделий красивых очень, а горбушку отполировали и поставили на полочку. Ну, еще здесь же стоят, опять же, дальше наши камни, кварц, район деревни Петрокаменская. Это Петрокаменская, это район где-то полдороги от Нижнего Тагила до Мурзинки, это самый центр самоцветной полосы. Он как Празим, поскольку он прокрашен зеленым хлоритом, вот образчик друза. Рядом еще один образец сарапулки, друза аметистов. И да, вот очень красивый, тоже 70-х годов добычи. Как я говорил, там уже отработана точка до больших глубин. Следующий камень – это кварц Дальнегорска. Прямая противоположность, такой молочный, как сахар. Непрозрачный, но очень красивый.
Дальнегорцы называют их кактусовидными, то есть какие-то такие ассоциации, что-то похожее на кактус. Добывают и, соответственно, предоставляют там всем желающим. Дальше два камня подряд, один на переднем плане, другой на заднем. Это камни со Светлинского района, Светлинский пигматитовый карьер, сзади Дымарь стоит, вот младший брат того крупного, которого вы уже видели. Вот. А на переднем плане стоит кварц-волосатик, это фрагмент большого кристалла, тоже опять же хрусталь горный, набитый рутилом. А что интересно, сбоку, вот слева боку, в нем так называемая сагенитовая решетка. Это когда выходит рутил на поверхность, и кристаллы рутила образуют правильно геометрическую решетку, там кристаллы под 60 градусов между собой. В плоскости. Вот. И дальше несколько образцов с разных мест. Это Чукотка. На переднем плане это кварц с топазом и кассетеритом, с месторождения забытое. Это Приморье. Этот материал довольно свежий, 20-го года. На карьер, это, насколько я знаю из источников, карьер считается в резерве, вот, законсервирован, но там сейчас работают любители, именно на образцы. Сзади большой аметист, друза, щетка большого аметиста, это Казахстан, Соколовско-Сарбайское месторождение. Тоже был, добывался попутно с полезными ископаемыми. Аметист любители разбирали на образцы. Наверное, один из лучших, что может быть. А месторождение сейчас в данном времени не эксплуатируется. И если так к краю полки подходить, есть еще один топаз-кассетерит с забытого. На заднем плане у нас стоит крупный кристалл аметиста. Это месторождение называется Хасаварка, Республика Коми. Раньше там можно было добывать, сейчас там национальный парк, насколько мне известно. То есть там не поработаешь частным порядком, только через там какую-то лицензию и тому подобное. Вот еще из краю. По центру у нас стоит кварц с черными кристаллами, с черными натеками. Это уже шиловское месторождение кварца. Большой кристалл вы видели. Этот образец интересен тем, что, во-первых, это друза, а во-вторых, здесь натеки другого минерала. Делали химический анализ его. Это смесь двух руд железа, это гетитовые, и марганца, это псиломелан. То есть здесь такая смесь, даже очень сложный химсостав. И на переднем плане два небольших аметистовых сростка. Это наши Адуй, Копчеремуховые, 2000-е годы. То есть это добытое самостоятельно. И последняя полка, несколько самых крупных образцов. На заднем плане это крупная щетка такого коричневатого кварца с мангошлака. По центру у нас стоит очень крупная друза молочного кварца. Да, там еще сзади мангошлак или сейчас. Золотая горка там. Да, вот по центру молочная друза — это золотая горка. Этот образец интересен тем, что крупный очень кристалл кварца, у него голова расщепленная, как бы развалилась, как будто ее там мечом разрубили. И после этого она регенерирована. Также здесь на этой полке стоит, лежит, точнее, крупная желуда Бразилия. Этот образец много бразильский, это вот мелкий аметист по статье в желуде. И внутри кристаллы, мелкие точечки, это кристаллы, скорее всего, гетиты. Вот, очень красиво, бывает до сих пор, и на международных ярмарках этот материал есть. Можно приобрести или с кем-то поменяться. Ну и напоследок, всем, кто сможет помочь, вот лежит друза плоская. Я не знаю, что это, точнее, откуда. Потому что получилось так, что товарищ предложил поменяться, я поменялся ему на наши уральские аметисты. Тут явно есть кварц, явно есть кальцит. А что еще? Вот у нас с товарищами возникли расхождения. То ли там пиритовые сферолиты, то ли там марказит.
действительно что-то. Вот и по этой причине мы не можем привязать. Товарищ, у кого эту друзу поменял, он, я, говорит, не знаю. Кольский полуостров Сибири. Вот, замечательно. А сегодня были мнения, что это либо Дальнегорск, либо Казахстан. Вот видите, сколько людей, сколько мнений. Вот, поэтому вот такая вот история. Спасибо. Если, надеюсь, экскурсия вам понравилась.